Всем привет, ребята! Это мой долгожданный влог. Я, короче, решил снять сегодня для вас влог, потому что у меня как бы проектная неделя, и мы в школе ничего не делаем, кроме того, как пишем пробные экзамены. В общем, да. И сейчас, короче, я направляюсь в Олимп. Там я что-то потреню, что-то для вас сниму. И, наверное, вот сейчас я вставлю для вас момент, как я ночевал второй раз ночью там, в Олимпе. Там и... Ну, не мы, а мы, друзья, прыгали с потолка в яму с кубиками. Было, короче, четко. Ну, чё, буду медлить. Смотрите. Короче, ребята, тренера уже отсюда все ушли. Мы тут полностью одни. И, короче... Кто-то хочет прыгать вон оттуда, прям вон оттуда. Я не знаю, я еще подумал, буду прыгать оттуда или нет. Но мы пока тренируемся. Короче, тут накидали немного так кубиков, чтобы прыгать вот оттуда вот. Я сейчас пойду туда. Где будет за вас? Я в туалет. Я в туалет. Они куда? Я не знаю, куда они. Просто чисто Лука сказал, чтобы никого не брать. Так, это не тот. Этого в прошлом видосе не было, там где было 48 часов челлендж. Короче, ребята, я лез вон по вон там вот наверху. Это оттуда вид охренительный. Сейчас туда, оттуда еще будут прыгать некоторые друзья. Смотрите. Ты прыгал, да? Да. И как тебе ощущения? Охуенно, блин.
где все внутри сжалось и потом разжалось просто. В общем, ребят, мы сейчас уже будем ложиться спать. Блин, на часах. Сейчас. 4:51, 52. И, короче, мы поспим часик, два или три, и потом в 8 часов нам надо вставать и работать дальше. Да. Да-да-да. Что, тебя вставить, да? Ну, давай. Подписывайтесь на Вовчика. Вовчик самый топовый пацан. Уважуха ему. Респект. Целую ночь с нами провел в Олимпе. Ну, короче, мы ложимся спать. Увидимся, когда я проснусь. А у вас это случится через пару секунд. Фу, вот, короче, мы уже поспали. Часа 2-3. Сейчас 8 часов утра, и мы отсюда сваливаем. В общем, пока вы там смотрели, как я ночевал второй раз в Олимпе, я уже почти дошел до Олимпа, вот он передо мной. И сейчас я хотел бы вам рассказать немного, почему я не снимал влоги. Да потому что на улице, вот, видите, снег. Сейчас пока что зима, скоро будет весна. Но сейчас, на данный момент, зима и холодно. Вот, снимать для вас руф, что-нибудь, влоги. И поэтому я для вас не снимал влоги. Вы, конечно, меня извините, но сейчас я буду встраиваться в колею, чтобы снимать для вас нормальный, годненький контентчик, влоги, там все то-то. В общем, все, я уже подошел к выходу. Или ко входу. Ну, короче, я уже подошел к нему, сейчас пойду там что-то переоденусь. В общем, ребята, я уже переоделся и стою немного, подогреваю свои ноги. Потому что на улице холодно, и ноги у меня замерзли. Да, вот так вот. Здравствуйте. Тут что-то так мало народу, но, в принципе, для меня это хорошо, нормально. Ты будешь в влоге. Йоу, я буду в влоге, йоу. Да. Я, короче, снимаю, да, я снимаю видос, влог. Вы должны что-то поделать. Ну. Короче, пока я сейчас буду разминаться, Макс будет тут кое-что делать, корка. И он сказал, типа, что, будешь снимать мой первый фейл? Это его слова, не мои. В общем, ща, смотрите, что он будет делать. Ну, неплохо, Макс. Что такая херня, а? Снимаешь? Ну, все, я сейчас снимаю. Че, это не корк, но тоже нормально. А? Нормально. Тоже нормально. Давай. Ну, бомби. О, нормально. Кстати, кто-нибудь помнит этого чувачка, типа, я его в прошлом влоге назвал гопником. Гопник, что-то, ВС Олимп теперь. Или что-то типа того. Че? Нормально было? Да, нормально. Нормальный фейл.
короче, я уже размялся. Сейчас покажу вам пару элементов, которые я умею и которые я пока что учусь. И поснимаю своих друзей, которые что-то умеют. Такой кайф, что в зале никого нет, кроме нас, пятерых и четырех мелких, которых обучают Миша. Ну, тут тренер такой, вот. Какую-то фигню делают непонятную. Наверное, это что-то развивает. Ладно, смотрите, что я сейчас буду вам показывать. Я не знаю, что еще сказать. Смотрите. Почти. Вторую часть не сделал. Ну, ради камеры я сделал. Все, на этом тренировка заканчивается, потому что время уже истекло. Хоть я здесь и бесплатно, но здесь все равно есть ограничения. В общем, вы долго ждали новый влог, посмотрели его. Я думаю, вы должны поставить лайк, подписаться на канал. Обязательно оставьте комментарий и что-нибудь еще потом придумаю. А сейчас я пока пойду разминаться со всеми и буду уходить. Застрял. Я с тобой. Че, подожди, был тебе Ну все, короче, Олимп закончился, мы уходим отсюда, точнее, типа, он для нас закрыт, сейчас мы уходим, не знаю, я думаю, на этом видос подходит к концу, если там я что-то еще сниму, то я еще вставлю. Да, в общем, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Да, сука, внезапное включение, короче, у меня на канале стукнуло ровно 12к, ровно, просто большое спасибо, короче, да. Давайте набираем еще больше аудиторию. Мне это нравится, короче. Ну все, вы посмотрели. Все, всем спасибо за просмотр еще раз. Пока-пока.